Итак, дорогие друзья, вот уже 21 день. 21 день поста и молитвы для тех, кто выбирал молиться, следовать за Господом. Те, кто труждал или обременял свое тело, чтобы видеть милость Божью в этой непростой ситуации. Вера против страха. Мы верим, что это время очень важно. И как вы видите, мы приходим уже к Песоху, уже сегодня вечером. Мы войдем в этот прекрасный праздник, праздник свободы. И это пускай будет для вас новым началом в эти нелегкие времена, которые наступили или наступают для многих. Я верю, что это победа, победа в Боге. И скажу почему. Потому что Машиах является нашим Песохом. Он является нашим Агнцем, который умер за нас, воскрес из мертвых. И сегодня вечером мы будем праздновать, будем выходить из поста и молитвы с празднованием, хвалой, поклонением, молитвы. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире, чтобы двигаться вместе с нами, действовать вместе с нами, участвовать в трапезе вместе с нами, потому что мы уже готовимся. И я верю, что это очень важно. И одну простую вещь скажу для каждого человека. Вы дети Божьи. И скажу больше, Иешуа называет вас друзьями. И я скажу более интересное место Писания. Иешуа умер за каждого из нас по Писанию. И воскрес по Писанию. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иешуа это сделал. Но мы также друзья между собой. Мы искуплены кровью Иешуа Мессии. И пускай этот Песах станет для нас победоносным, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы могли положить свои жизни друг за друга, чтобы мы ценили друг друга, чтобы мы объединялись, чтобы мы благовествовали Евангелие свободы для каждого человека. Это наше время, это наш Песах, это наша победа в Иешуа Мессии. И пускай Бог благословляет каждого из вас, каждую семью, каждый дом, где будет праздноваться Песах. Давайте двигаться вместе, действовать вместе, славить вместе, благодарить вместе, потому что это воля Господня конкретно к нам.